Пане Олександре, в центрі трансплантації у Запоріжжі ще в жовтні 1992 року ви разом з колегами виконали першу пересадку нирки. Власне, а вже за два роки, в 1994 році, вперше в Україні трансплантацію печінки. Згадайте, будь ласка, ось ці операції, як тоді до них готувалися? Ну, ви знаєте, я в це время руководил кафедрой госпитальной хирургии медуниверситета. Очень активные сотрудники. Мы очень быстро как-то развивались, знаете, диссертации писали, и молодые все хотели что-то новое. И решили, это что-то новое может быть только трансплантация. И поэтому ну, группа такая энтузиастов, которая поехала в ведущий центр нашей страны, осваивать эту операцию. Но для того, чтобы начать трансплантацию почки, это не значит, что научиться ее хирургически выполнить. Да? Это не столь сложная операция. А вся вот служба, которая должна обеспечивать трансплантацию, она достаточно сложная, и очень много сотрудников должны были обучаться. Поэтому первая задача, которую мы поставили для того, чтобы трансплантация почки развивалась в нашем городе, это организация гемодиализа. У нас тогда не был организован гемодиализ. И вот пока наши сотрудники в других центрах осваивали хирургические этапы этой операции, забор органов, очень активно они работали, а в это время мы подготовили гемодиализную службу. И тут я всегда вспоминаю Сацкого Виталия Антоновича, который очень активно нам помогал, и он помог нам организовать гемодиализную службу. Фактически полностью был сделан ремонт, закуплены искусственные почки, и мы в первое время даже гемодиализное отделение называли цех Запорожстали, поскольку на самом деле это была огромная помощь с его стороны. Одновременно готовилась лаборатория для типирования, это иммунологическая лаборатория, тоже очень сложный процесс. И наши иммунологи ездили в Киев, специально прошли программу обучения. Еще одна из таких необходимых – это морфологическая служба. Потому что, когда возникают какие-то изменения в почке, мы пересаженные, мы ее не можем просто клинически узнать. Да? Поэтому нужно взять биопсию этой почки и посмотреть под микроскопом. И тут подключилась моя супруга, которая морфологом уже работала, доцентом на кафедре морфологии медуниверситета. И вот таким образом сформировалась такая большая группа, которая активно начала работать. Первая пересадка почки, которую мы сделали, она была выполнена неожиданно, потому что мы забрали органы, думали, что мы отправим в Киев, а киевляне сказали, мы в субботу не работаем, и пересаживайтесь сами. И мы выполнили эту трансплантацию. Я вспоминаю это как, ну, такое большое событие для больницы. И это было, по-моему, суббота или воскресенье. Так все дежурные, которые были в больнице, они собрались посмотреть. Я еще думаю, ну, не очень это хорошо в плане возможных инфекционных. Но поскольку это все хирурги, все соблюдали правила. И все увидели, как после того, как мы взяли эту сморщенную маленькую почку, холодную, подшили ее к сосудам, когда включили сосуды, как эта почка, как вот почка, которая расцветает на дереве, она и начала выделять мочу. И тут такие аплодисменты, восторг. Вот с этого мы и начали, да? И причем, вы знаете, был, ну, энтузиазм, который остановить невозможно. Мы до того активно работали с базами забора органов, где нам шли тоже навстречу, соблюдая все правила. И мы очень быстро вышли чуть ли не в передовые по трансплантации почки. Ну и следующий этап. Ну, остановиться невозможно. Следующий этап – трансплантация печени. Мы поехали в Вену. Потом наша же группа поехала в Питтсбург, в Америку. 5 человек нас, это анестезиолог обязательно, конечно, который был, 3 хирурга, и мы в течение месяца работали в Питтсбурге. А Питтсбург, это считается центром мировой трансплантации. Но интересно то, что
когда мы приехали туда, то руководитель этого центра говорит: это же приехали люди с родины трансплантации. Это же родина трансплантации, где в 1933 году Вороной выполнил трансплантацию почки. И они нам подарили журнал, который, испанский, по-моему, журнал, в котором были описаны вот эти первые операции, которые выполнил Вороной. И нас там встречали, ну, во-первых, все, что можно показать, все нам показывали. Ну и мы подготовились к трансплантации печени и выполнили. И вот была такая серия этих успешных трансплантаций печени. В это время в Украине, кроме почки, ничего не выполняли. Но следующий этап – это трансплантация сердца, потому что если хирурги и сосудистые были удовлетворены, что они участвуют в трансплантации почки, трансплантации печени, то шикарные хирурги. Да? Ну и мы выполняем в 2003 году первую успешную трансплантацию. Ну, Борис Михайлович выполнил Тодоров чуть раньше, но у него были некоторые неудачи, и больной погиб. А у нас это считается первой успешной трансплантацией. И, в принципе, вот я вам скажу, те годы это было максимальное развитие. И мы вышли на достаточно высокий уровень подготовки. Но что в какой-то был момент, когда трансплантация в Украине не стала признанной необходимым развитием. Да? Как-то она ушла с интереса наших больших руководителей. И нам пришлось очень много доказывать на самом высоком уровне, что уйти от этой проблемы невозможно. Пациенты знают о том, что можно спасти жизнь с помощью трансплантации. Я говорю, давайте посчитаем, какое количество денег мы отправляем в ту же Белоруссию, которая с удовольствием брала у нас пациентов. Да? И фактически мы в течение многих лет инвестировали в развитие трансплантации в Беларуси, потому что те деньги, которые уходили туда, они совершенно несопоставимы с тем расходными материалами и оплатой труда, которое было бы на территории Украины. Если я вам скажу, что 70 тысяч долларов стоила трансплантация сердца, то вот когда мы начали заниматься этим, посчитали, ну, самый большой 10 тысяч. Да? Это то, что уходит на необходимые материалы и сопровождение этой операции. То есть в течение многих лет мы фактически инвестировали в заграничные центры за счет своих резервов, которые должны бы использоваться в Украине. Ну вот несколько лет назад нам все-таки удалось добиться и получить некоторые успехи. Мы получили поддержку на самом высоком уровне. Был изменен закон, который был адаптирован ко многим нашим условиям. Введены очень многие новшества. А это вот 3 года мы работаем так, что пациент ни копейки не платит. Полностью оплачивает государство. Более того, больница как за развитие этих новых технологий получает дополнительные суммы. Были созданы новые центры. И я вам скажу, что вот чем мы можем гордиться, что Запорожская медицинская академия, которая в течение нескольких лет активно участвовала в развитии трансплантации, то она одна из первых стала готовить новую такую специальность – трансплант-координатора. И вот за короткое время мы подготовили, подготовка достаточно сложная, в том числе обязательно работа с психологом, потому что трансплант-координатор – это тот человек, который должен беседовать с родственниками и говорить о возможном заборе органов. То есть тут очень деликатная беседа, очень психологически напряженная. И вот мы за короткое время подготовили практически во все центры, которые сейчас работают в Украине, трансплант-координаторов. И мы можем этим гордиться, потому что именно с их участием во многих центрах начала работать трансплантация. Еще мы за этот короткий период подготовили где-то около 30 трансплантологов, да? То есть те хирурги, которые проходили у нас эти курсы, они получили сертификат на возможность выполнять трансплантацию.
И сейчас вот те центры, которые мы видим достаточно активно, работают практически во всех центрах те люди, которые у нас проходили подготовку. Поэтому мы этим должны гордиться, и Запорожье должно гордиться тем, что мы фактически на всю Украину подготовили кадры, которые на сегодняшний день достаточно активно работают. И если сравнить вот период, когда нам так вот сложно за счет только энтузиазма развивать трансплантацию, то сейчас даже в условиях войны созданы условия для развития этого направления. Мы сколько видели и показывали наших пациентов, которые перенесли трансплантацию. И я вам скажу опять, есть некоторая гордость Запорожья, потому что впервые за весь период вообще Олимпийских игр, впервые в Олимпийских играх участвовали, ну, для людей с пересаженными органами, участвовала наша группа из пяти пациентов, реципиентов, да, которые участвовали в этих играх, и одна девочка заняла первое место. Было 9 мая, я помню, в Днепропетровске. Два погибло мужчина, по-моему, и женщина, и было получено согласие на забор органов. И вот наша бригада туда выехали, была взята печень, 4 почки и сердце. И мы за сутки пересадили пациенту сердце одному, одному пациенту печень и 4 пациентам почки. За добу? За добу, да. И это работали наші бригади. Також хочу і нагадати нашим глядачам і слухачам, що в 1996 році ви провели комплексну операцію, так, з пересадки підшлункової залози і також нирки. І якщо не помиляюсь, то у пацієнта був цукровий діабет. Тут було, як, наскільки складна така операція і чи якось по-особливому до неї готувалися? Цю операцію ми освоїли в Пітсбургі. Все спочатку кажеться складно, да? Ведь любой путь, который ты начинаешь, он требует подготовки, да? Мы внимательно поработали в Питтсбурге, ну, нашей группой, и поэтому принципиально выполнимые операции, да? И таких пациентов много. И технически она, ну, чуть сложнее, чем почка, потому что нужно и поджелудочную железу, то есть тут для пациента с двух сторон доступ немножко более травматичный. Но все это технически освоено и может выполняться. Я еще раз скажу, что трансплантация – это не только хирургия. Вот мы выполнили трансплантацию, пациент уехал, да? Если малейшие какие-то нарушения в сопровождении этого пациента, он потеряет орган. Понимаете, вот тут должна работать вот такая большая программа, которая на сегодняшний день, на самом деле, в Украине, она создается, понимаете, работают определенные службы. Оно бы сейчас уже было бы значительно, если бы не было этой войны, значительно на более высоком уровне. У нас потенциал достаточно высокий, и мы это все можем делать. Я впевнена, що так воно і буде. Да. Операція на серці в 2003 році, маю на увазі з пересадки серця. Чи можна її вважати найскладнішою? Ні, я би її не назвав. Понимаете, от самое сложное из всех операций трансплантация – это трансплантация печени. Потому что там несколько этапов таких сложных. Удалить больную печень очень сложно, потому что это, как правило, тяжелые болезни. И она вся измененная в коллатералях. Вот удалить печень, операция называется гепатэктомия, это один из сложных этапов. И потом достаточно сложный этап – это формирование анастомозов сосудистых, формирование холедоха-анастомозов. Это вот операция значительно сложнее, чем операция на сердце. При пересадке печени мы имеем очень строгий лимит времени. И если у нас какие-то технические сложности, то нарушается обмен в пересаженной печени, может быть, неприятности. Да? А если сердце мы пересаживаем, то у нас работает аппарат искусственного кровообращения. Хотя мы тоже должны, в принципе, уложиться. Вот когда мы забирали сердце в Днепропетровске, то в сопровождении ГАИ там это доставили в течение 30 минут к нам. А время с момента, как мы забрали,
до момента, когда мы снимем зажимы и включим ее в кровоток, должно быть не более 4-5 часов. Но, как правило, при таком заборе это удается. В печени, если возникают какие-то осложнения технические, да, у нас нет поддержки. В это время организм находится в так называемом беспеченочном периоде. И все обменные процессы очень, очень сложные, да? Очень сложная гемодинамика. Поэтому так вот для себя, работая и выполняя те и другие операции, я бы сказал, что операция трансплантации сердца, ну, не столь сложная. Есть намного сложнее операции при пороках сердца, которые иногда намного сложнее, чем сама трансплантация сердца. Якщо говоримо про трансплантацію, тут іде вже лік на години, так? Треба так підготувати і донора, і пацієнта, якому будуть пересаджувати, що, аби не впустити жодної хвилини. Да, тут ліміт времени завжди є. В почці – це приблизно сутки, в печені – це 12 часов, а в серці – всього 5 часов. Тому ліміт времени завжди є. І завжди це ще, скажу, от такий якийсь закон, що завжди це відбувається в нерабочее время, в праздничные дни, там, в субботу, в воскресенье. Но, тем не менее, мы всегда готовы это делать. Вы сгадали також за трансплантів координаторів, что это новая такая, скажем, профессия, да, так? Это новая специальность такая, да. Скажите, насколько это вона, скажем так, необходима и насколько на них покладена поважная миссия? А это очень ответственно. Вот трансплант-координатор, он находится в реанимационном отделении, которое, ну, может считаться базой забора органов, да? И он работает в этом отделении. Если появляется пациент с необратимой травмой головного мозга, он должен сразу же обратить внимание и участвовать, и организовать так называемую диагностику смерти мозга. Это, если диагностирована смерть мозга, то по всем законам можно прекратить все реанимационные мероприятия, либо продолжать их с учетом того, что этот пациент становится донором. Вот с этого момента, когда очень много, там инфекций нужно, анализов много, вот все это лежит на трансплант-координаторе. И потом он должен провести беседу с родственником. Это самое ответственное. Родственник находится, как правило, ну, в тяжелой психологической ситуации. И вот как к нему подойти, как с ним поговорить для того, чтобы получить согласие на забор органов. Поэтому ключевая фигура в заборе органов – это трансплант-координатор. После того, как получено согласие, только тогда выезжает бригада по забору органов. После этого только можно участвовать в обсуждении о том, чтобы не выполнять забор органов. До этого бригада, которая участвует в заборе органов, не контактирует ни с родственником, ни с будущим донором. Якщо говоримо про посмертну трансплантацію, ви трошки згадували, в попередньому 2021 році під керівництвом вашого сина Андрія Олександровича також була проведена така пересадка нирок. Ось тут це, скажімо, крок вперед для України і для Запоріжжя. Якщо ми взагалі подивимося, скільки ми зробили, ми виконали більше 600 трансплантацій почки. Поки ні один центр такого кількості не виконав. Ми немножко зараз, останні два роки, немножко відстаємо, але ни один центр не мог выполнить, чтобы сразу выполнилась трансплантация печени, трансплантация почки, трансплантация сердца. То есть принципиально областная больница готова к вот такому мультиорганной трансплантации. Поэтому, ну, надеемся, что мы в ближайшее время можем использовать свои резервы. Тобто, от, наприклад, з тим, що розвивається в Україні трансплантологія, ось оці, коли донор посмертно вже стає для когось, рятує життя, скажімо так, це важливо, так, аби сьогодні давали згоду і родичі таких людей? Тільки згода. Якщо згоди немає, ми не маємо права взагалі навіть підходити до нього. Ну, якщо раніше це було дуже велике сопротивлення, або ми не вміли, либо не было вот этих подготовленных трансплант-координаторов, которые прошли подготовку у психолога и умеют правильно говорить. Поэтому сейчас меняется ситуация. Она меняется и потому, что наши большие руководители изменили своє відношення до трансплантації. За 31 рік незалежності України і, власне, тих операцій, які ви провели, які провелися в Запоріжжі,
Наскільки все розвинулося зараз і чого ще не вистачає? Розвинулось очень и очень, я вам скажу, очень серьезно. Очень серьезно изменилось отношение к трансплантации, улучшилось финансирование, созданы специальные органы по трансплант-координации. Вот мы, если появляется донор, мы сообщаем в Киев, есть специальный орган, где проходит, мы сообщаем о доноре, о реципиенте, там проводится отслеживание, какие лучше сопоставления иммунологические, и нам дают разрешение на возможный забор органа. Это так, как во всех странах. То есть в этом плане мы подошли практически вплотную. У нас сейчас те центры, которые новые организуются, они организуются по самой современной технологии, с самым хорошим оборудованием. И одно из таких важных оборудований – это иммунологическое обеспечение. То есть самое современное иммунологическое обеспечение, что очень важно при подборе донора-реципиента. Нельзя просто взять донора-реципиента, а они должны быть иммунологически совместимы. А для этого нужно специальное оборудование. Так вот, я вам скажу, что те центры, которые сейчас открываются, они на самом деле имеют все это оборудование. И на самом деле совершенно другой подход администрации, который, в принципе, они заинтересованы. Не просто от того, чтобы сказать, а даже материально заинтересованы, чтобы развивалась эта трансплантация. Поэтому я вам скажу, что если бы не война, то уже сегодня бы мы имели бы совершенно другие показатели по количеству выполненных операций. І, власне, на завершення, люди, яким пересадили той чи інший орган, вони можуть бути олімпійськими чемпіонами і можуть жити повноцінним здоровим життям. Да, якщо вони соблюдають ті правила, які необхідні. Вот я вижу дуже багатьох наших реципієнтів, які вже живуть довго, активно працюють, вони повертаються в активну життя. Жінки беременні, рожають нормально, да? Ну, везде нужно соблюдать определенные правила приема препаратов, определенный режим. И это, можно сказать, практически здоровые люди. Да? Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. І слава лікарям, і слава Україні. Слава героям.